Рад видеть вас на канале Час Ремонта. Сегодня у нас на обзоре электрический водонагреватель Electrolux EWH100 Centurio IQ 2.0. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Накопительный водонагреватель премиум-класса Electrolux EWH100 Centurio IQ 2.0 представляет собой стильный бытовой прибор, который служит для нагрева водопроводной холодной воды. Модель может послужить хорошим решением для эксплуатации как в жилых и производственных помещениях, так и в офисах. Способ крепления на стену универсальный, устройство может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Бак изготовлен из нержавеющей стали и имеет объем 100 литров, изнутри покрыт специальной антикоррозийной эмалью. Элементы нагрева 2 ТЭНа сухого типа. Пользователь может дополнительно докупить съемный Wi-Fi модуль и управлять прибором на любом расстоянии через мобильный телефон или планшет. В комплекте, кроме самого водонагревателя, вы получите устройство защитного отключения, предохранительный клапан, крепеж и документацию. Упаковка картон. Водонагреватель мощностью 2 кВт с электронным управлением способен нагреть 100-литровый бак до максимальной температуры за 228 минут. Максимальная температура воды 75 градусов по Цельсию. Водонагреватель имеет электронное управление и цифровой дисплей с подсветкой. Для удобства на дисплее отображаются показатели температуры, которую можно ограничивать до определенного наиболее комфортного уровня. Также аппарат требует наличия давления воды на входе от 0,8 до 6 атмосфер. Полезная опция – система антибактериальной обработки воды «Бактерия Стоп Систем». Безопасность водонагревателя также на высоте, предусмотрена защита от перегрева, от замерзания, от сухого включения и от избыточного давления. УЗО – защита от поражения электрическим током. Преимущества: USB for Wi-Fi. Подключение к Wi-Fi через USB-разъем дает возможность удаленного управления нагревом воды из любой точки мира. Это позволит не только нагреть воду к вашему приходу до необходимой температуры, но и значительно сэкономить затраты на электроэнергию. Технология X-HEAT – система сухих тенов. X-HEAT – это система, при которой нагревательные элементы, которые не имеют прямого контакта с водой. Тены располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на тенах и значительно увеличивает ресурс их работы. Санитарная антибактериальная обработка воды – «Бактерия Стоп Систем». Система профессиональной антибактериальной обработки воды – «Бактерия Стоп Систем» – цикл термических обработок, нагрев до 70 градусов по Цельсию воды внутри водонагревателя, при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора. Режим антизамерзания – автоматическое поддержание температуры в баке не ниже плюс 5 градусов по Цельсию. Многоуровневая система безопасности. Водонагреватель имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75 градусов по Цельсию. Защита от сухого нагрева отключает нагревательный элемент в случае отсутствия воды в баке, что гарантирует сохранность тена. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, а устройство защитного отключения на электрическом кабеле от утечки электричества. Inox Concept Plus. Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей. Технология автоаргон велдинг. При производстве внутренних баков водонагревателя применяется полностью автоматическая аргонная сварка нового поколения, что позволяет полностью избежать дефектов, связанных с ручным производством, гарантирует безупречное качество сварочных швов и коррозионную стойкость в период эксплуатации. Каждый водонагреватель проходит детальное тестирование после производства, что обеспечивает высокое качество и безупречную работу приборов на долгие годы. Универсальность. Водонагреватели серии универсальны, при монтаже их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора подходящего места в помещении. Благодаря современной плоской форме и компактным размерам, глубина от 25,3 см, водонагреватели несложно разместить в любом малогабаритном помещении. Установка таймера.
предусмотрена возможность установки таймера или отложенного нагрева. Прибор самостоятельно рассчитает время нагрева воды по настройкам пользователя, включится заблаговременно и начнет нагрев. Просто установите время, к которому вам потребуется горячая вода. Три режима мощности. На панели управления можно выбрать функцию половинной мощности. Она позволяет экономить электроэнергию и использовать прибор в помещениях с ограниченной мощностью сети, например, на даче. Установив полную мощность, включается функция быстрого нагрева до заданной температуры. Интеллектуальное управление. С помощью ручки регулировки и LED-дисплея вы можете установить необходимую температуру нагрева с точностью до 1 градуса по Цельсию. Во время нагрева на LED-дисплее будет отображаться текущая температура внутри водонагревателя. Экономичный режим. В данной модели есть функция эко-режима, при котором вода будет нагреваться до температуры около 55 градусов по Цельсию. При такой температуре повышается рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь. Теплоизоляция. Для эффективной теплоизоляции приборов использован 20-миллиметровый слой вспененного полиуретана. Он безопасен для окружающей среды и здоровья людей, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами и сводит тепловые потери и высокие энергозатраты к минимуму. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Потек бак через пару месяцев. Низкое качество сборки. Отсутствуют в комплекте заглушки на краны тройника. Большой процент заводского брака. Подводные патрубки кривые. Не отработало года, сгорела плата управления. Но есть и позитивные отзывы. Быстро греет воду. Удобная система контроля режима работы нагревательных элементов и температуры воды с выводом показателей. Компактность. Сухой ТЭН. Стильный дизайн. Большая емкость. Антибактериальная обработка воды. Регулировка нагрева. Возможно, вы станете владельцем этой модели водонагревателя. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!